И всем привет, с вами я. И сегодня мы будем рисовать всяких животных. А потом я объясню, что это за животные, что они едят и т.д. Первое, что я буду рисовать, я не знаю даже. Давайте. Пока я думаю, поставьте лайк. Значит, сейчас я буду рисовать кошку, сидящую на окне. Ну, значит, вот, типа, вот так взять будет тело. Нас учили делать хвостик, ну, у нее будто на подоконнике все стоит. И хейтеры моего канала, мне как-то похрен на вас. Не нравится мой канал, валите с моего канала вообще. Не критикируйте мой канал, короче. Что плохо рисую? Да, я плохо рисую. У меня по ISO 3. Я пытаюсь... Блин, как на какой-то квадрат похоже. И правда, я плохо рисую. Вот. Вот так понарисуем, чтобы не было заметно. Про ушки-то забыли. Вот моя кнопочка YouTube. Осталось. Значит, все-таки, значит, готово. Дальше мы рисуем подоконник, на котором она будет сидеть. Это называется «Нарисуй-ка челлендж». Я его сам придумал, конечно. Но думаю, ими популярные блогеры, например, с миллионом подписчиков будет. Нарисуй-ка челлендж называется. Не во все окно, вот. Сейчас окно понарисуем. Блин, мне по линейке лучше. Давай, вот. Вот здесь, значит, будет... Ну, здесь будет окно, которое пересекается. Вот здесь вот будет... Тоже окно, ну, такие штуки, которые пересекаются. Вот. Что-то вот того получилось. Маркером мне удобно рисовать. Пока я заштрихирую, когда я все закрашу, я вам показал контур, Показал, как рисовать. У меня, кстати, две подсветки. Меня будет лучше видеть. И скоро у меня будет на Новый год родитель подарит этот видеокамеру. Ну, короче, когда я разрисую, покажу вам, что получилось. Я заштриховал вот так. Блин, говно, сука. Ну, ладно. Я заштриховал вот так котика. Мне кажется, это ужас. Это ужас. Хейтеры не пишите. Вам лучше не писать. А то вам пипец будет. Я вас забаню. Ха-ха-ха. Ну, удачи, пока. С вами был я. Удачи, пока.